Здравствуйте, сегодня у нас складные ножи под названием «Дивиденд» от компании «Кершу». И поскольку у них общее название, сразу расскажем про особенности каждого и про их, собственно говоря, различия. Нож «Дивиденд» в корпусе из стекловолокна, обладает весом 80 грамм, общая длина 18,5 сантиметра, в сложном состоянии 10,8 и длина клинка 7,6 мм. Сталь 420 HC, Made in USA, видим гравировочку, да, сделан и собран полностью в США, имеет достаточно высокие, порядка 3 четверти спуски линзовидные и с толщиной сведения порядка 0,3-0,4 мм. Очень удобен в руке, имеет текстуру таким рифлением по центру, что также обеспечивает надежный хват. Клипса ориентирована по задней части с реверсом на противоположную сторону. Имеется темлячное отверстие в структуре бэкспейсера, который практически на всем протяжении корпуса ножа. Вот такой вот складничок. Что касается второго. Дивиденд Грей, да, название его немножко выкупает, определяет. Это также видим лого флага американского. Также такая же сталь 420 HC. И несмотря на то, что он выполнен из металла, у него вес всего-навсего превышает стекловолокно на 3 грамма. Поскольку здесь это удалось выполнить за счет более тонкого корпуса, да, но металл здесь анодированный алюминий с такой вот серой обработкой, так называемый grey anodized, да. Клипса здесь имеет более широкий функционал, имеет 4 позиции своего размещения, в задней части реверс на противоположную сторону и у основания также реверс на противоположную сторону. По замку здесь абсолютно тот же liner lock, по механизму абсолютно тот же speed safe, да, так называемый assist. Такие же линзовидные спуски, глубокие и с такой же толщиной сведения. Вот такие отличные помощники от компании Kershaw под названием Dividend. Всем пока!